каждый взор на нее рождает в сердце восторг, как же такое вообще можно было сотворить. Вот это сочетание, соединение цветов, их яркость, их какая-то живость, она просто приводит действительно в восторг. И особенное счастье эту картину, встречаться с ней, эту иллюстрацию, встречаться с ней вместе с песней, приложением которой она является. Знаете, интересно, так с первых же звуков, там же такие, как, ну не знаю, вступление, вот это колокольчики, что ли, и словно вот эти солнечные искры, их множество начинают рассыпаться по картине, и картина начинает оживать. В прямом смысле музыка придает движение этой картине. Там все ощущается движение воды, дельфиненка, вот как медузки плывут. То есть, правда, все начинает жить вот этой своей праздничной жизнью. Действительно, столько здесь солнца. Я вспоминаю все время строчку «Даже солнце в глубину заглянуло в дом к нему». То есть это гость, солнце тоже гость. Он пришел, оно пришло на день рождения к этому юному другу и радует его. И самое интересное, что вот эта красота, которая вокруг дельфиненка, там чувствуется столько старания, как он подготовился, украсилось все. Оно ведь еще и вот эта красота, она благодаря солнцу только, ну, становится особенно ярко, особенно прекрасной. То есть солнце тоже участвует в этом празднике. Празднике жизни, празднике именинника. И интересно еще, знаете, видимо, потому что мы встречались со стихами вместе с цветным приложением, да, куда идет мой путь. И вот, вот эти вершины, куда в районе солнца, да, они очень-очень созвучны по цветам тому дому, который вот здесь у дельфиненка внизу, среди которых он находится, среди которых готовит свое угощение. И у меня почему-то такое родилось, ну, понимание, или там вот эти вот бескорыстные дали, да, бескорыстная отдача, чистота помыслов, к которым устремляется главный герой, а здесь, в сказочной стране, в морской сказке, у дельфиненка, в его день рождения, это та жизнь, то, в чем он живет уже, то есть они, как, конечно, это не по физическим возможностям, это именно по уровне чувств, по уровне отдачи. Но вот почему-то сложилось такое понимание, что здесь это уже существует, здесь это уже, в этом уже живут и действуют герои морской сказки.